Добрий вечір. У прямому ефірі програма «Віч навіч» зі студії Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Радий вітати вас у нашій студії, Сергію Івановичу. Розпочати пропоную розроботи сесії Житомирської міської ради, яка відбулася сьогодні. От на вашу думку, на думку депутатського корпусу, які найважливіші питання були обговорені, які рішення є? Знаете, достаточно много вопросов сегодня было рассмотрено на сессии, больше 40, плюс мы сегодня провели еще внеочередную сессию, которая была, решение о проведении внеочередной сессии было связано с новой оценкой земли, которая вступила в силу с 1 января 2016 года, и поэтому мы были вынуждены сегодня в срочном порядке провести внеочередную сессию. Вопросов рассматривалось очень много. Это были вопросы, связанные с выделением земли участникам АТО. И сегодня были выделены участки земли участникам АТО. Вопросов достаточно много рассматривалось. Сейчас я вот даже только закончилось вот второе пленарное заседание. У меня в голове вот даже еще вот я не могу вот сейчас вспомнить все вопросы, которые сегодня проходили сессии, но основной, да, конечно, вопрос это был вопрос, который рассматривался на внеочередной сессии. С 1 января 2016 года вступила в силу новая оценка земли в городе Житомире. И у нас сложилась такая ситуация, что Дашкомзем не выполняет решение 931 решение сессии городского совета о введении понижающих коэффициентов по этой оценке земли при расчете арендной платы и налога на землю. И в связи с этим сложилась ситуация, когда аренда земли в городе Житомире выросла от 3 там, до 7 раз. В некоторых случаях там, от 3 до 7 раз. Мы понимаем, что в таких экономических условиях, в таких экономических реалиях, которые на данный момент живет Украина, это не посильные платежи для предпринимателей и для производственных компаний, которые работают в городе Житомире. Вопрос у предпринимателей и у производства прежде всего сейчас стоит вопрос выживания, нежели там получения каких-то прибылей или сверхприбылей. Вот, поэтому вот эта арендная плата и налог на землю, которые выросли во много раз, это такой самый важный вопрос, который, я думаю, что мы сегодня рассматривали и приняли решение. Этот вопрос касается не только бизнеса города Житомира, этот вопрос касается и физлиц, физлиц, которым там аренда повышалась в несколько раз, и этот вопрос касается прежде всего ОСББ, которых аренда под оформленными земельными участками, под домами вырастала в разы. Вопрос гаражных кооперативов, когда гаражный кооператив платил в год условно там 4000 гривен в год, по новому он должен платить там 80 или там 60 тысяч гривен в год. То есть в некоторых случаях там больше 10 раз вырастает арендная плата или налог на землю. 931 постановление решения сессии не исполняется. Мы подали в суд на невыполнение этого решения. Мы обратились в органы прокуратуры по поводу невыполнения Дерзимом 931 решения сессии, но на данный момент пока идут суды, и мы знаем, как работает судебная система, эти вопросы могут рассматриваться месяцами, у предпринимателей наступают сроки оплаты этих налогов, и поэтому вот сегодня была собрана внеочередная сессия и проголосован вопрос по льготе для бизнеса по оплате налога на землю в размере 70%. Такую же льготу дали гаражным кооперативам, такую же льготу дали жилищным кооперативам и такую же льготу мы дали ОСББ. Это вопрос, который действительно очень важный. И с одной стороны, у нас стоит вопрос не потерять поступление в бюджет. Вот поэтому первоначальное было предложение 50%. Но сегодня поработала и депутатская комиссия земельная. Посчитали ориентировочные потери бюджета. И было принято решение все-таки установить эту льготу на уровне 70%. 70% – это тот уровень, когда основная часть этих компаний, производственных компаний или там те же кооперативы, гаражные кооперативы смогут оплачивать или ОСББ. Мы брали в расчет, средняя квартира должна в этом случае будет заплатить порядка 50 гривен в год.
50 гривен в год земельного налога. 22-89-66, наш телефон. Задавайте Сергію Івановичу Сухомлину запитання, які стосуються життєдіяльності нашого обласного центру. Тим часом, ну, якщо ви вже зачепили тему ОСББ, ми знаємо, що з 1 липня так звані ЖЕКи, ЖРЕПи припиняють своє існування, і людям, мешканцям багатоквартирних будинків доведеться обирати. Або ми створюємо ОСББ, або керуюча компанія тощо. От, на вашу думку, яким чином відбувається цей процес? Знаю, що дуже мало, по-моєму, ви на зустрічі з журналістами заявляли, що дуже мало мешканців визначилось, як вони бачать от цей процес. Прошу. Действительно, очень мало людей пока создают ОСББ, хотя сейчас мы проводим буквально каждую неделю собрание со старшими домов у нас в сессионном зале, рассказываем про преимущества ОСББ, показываем конкретный пример успешных ОСББ, и все-таки политика города направлена на то, чтобы помочь людям организовать ОСББ. В бюджете этого года, в бюджете развития, мы предусматриваем порядка до 20 миллионов гривен на программу поддержки ОСББ в части проведения ремонтов. То есть мы отдельную программу, отдельные деньги из бюджета выделяем на те дома, в которых будут создаваться ОСББ, потому что мы должны поддержать инициативных людей, поддержать людей, которые готовы взять на себя ответственность, и поддержать в том числе и финансово. Кроме этого, действует программа по компенсации процентов полностью, на 100% по кредитам, которые берут ОСББ по программам энергоэффективности. И мы должны сделать все для того, чтобы вот поддержать инициативных людей. И такая форма, как ОСББ, была основной формой управления жилым сектором в городе Житомире. И, надеюсь, эта программа в этом году будет работать и будет успешна. Достаточно много примеров успешных по созданию ОСББ. Основная масса тех домов, которые ОСББ, в которых созданы ОСББ, жители говорят о том, что они были правы, когда переходили на такую форму управления. Я перепрошую, есть звонок, а потом мы продолжим. Слушаем, добрый вечер. Первый вопрос. Нельзя ли обойтись без ОСББ, чтобы остались ЖЭКи? Так на ЖЭКи можно куда-то пожаловаться. У нас некоторые соседи в подъезде прижимали тепловой счетчик. И мы из-за некоторых непорядочных соседей сидели при работающей котельной в холоде постоянно. И не могли найти на этих соседей право найти. И второй вопрос. Ми категорично проти перейменування некоторих. Це у нас окремо. Стоп. Дякую. Я перепрошую нашого глядача. У нас окремо буде, як кажуть, сторінка, окремий пункт нашої розмови щодо зміни назв вулиць. Сергій Іванович, про ОСББ от людина запитала, що не буде, мовляв, куди скаржитися. Понимаете, если основная задача ЖЭКов принимать жалобы и ничего при этом не делать, то мы, ну, тогда проще, лучше платить деньги там психиатру, который будет выслушивать людей. ЖЭКи находятся на общей системе налогообложения, и преимущество, то есть они находятся в неравных условиях с тем же ОСББ. ОСББ это форма организации людей, которая абсолютно не облагается налогами. Я еще раз подчеркиваю, люди в ОСББ сами устанавливают себе тарифы. Все деньги, которые они собирают за коммунальные платежи, остаются на счету этого дома. И люди сами вправе принимать решение, куда направить эти деньги. Потому что, ну, ЖЭКи действительно превратились в такую форму управления, которая просто принимает жалобы. 90% этих жалоб никакой реакции со стороны ЖЭКов нет. И вот, ну, с одной стороны, есть виртуальная защищенность людей, что у них есть там возможность пожаловаться на руководителя ЖЭКа. С другой стороны, на самом деле, для нас важно, чтобы люди начали жить в других домах, в других условиях. Вот это самое важное, а не возможность пожаловаться на начальника. Телефонный звонок, еще одно запитание, потом все-таки повернемось до этой темы. Добрый вечер. Спасибо большое. Вечер добрый. Добрый вечер. Будьте добры, у меня такой вот есть вопрос. Сергей Иванович, подскажите, наша крошня вся в грязюке. Вот черт со 159, 151. Там у нас водоканал и трубы меняли, болото, невозможно пройти. От 139 номера по 159 пощерца, грязь, болото, невозможно пройти даже. Дякую вам.
У нас есть долг, долг перед Щорса 155-159, там строился многоэтажный дом, который, в строительстве которого принимала участие Житомирская Миська Рада. Вот, и до сих пор там не было выделены деньги на благоустройство. Я думаю, что в бюджете этого года мы предусмотрим деньги на проведение работ по благоустройству вот как раз этого квартала. Но я вам хочу сказать, что мы в этом году при рассмотрении бюджета развития будем все-таки, то, что я говорил раньше, подходить к комплексному ремонту территорий. В частности, мы рассматривали два микрорайона. Один микрорайон Крошня и один микрорайон Полевая. Мы посчитали все, что необходимо, в принципе, для того, чтобы привести, вот, допустим, если на примере микрорайон Полевая в порядок. Мы посчитали придомовые территории, полный ремонт придомовых территорий. Мы посчитали междворовые проезды. Мы посчитали замену тротуара возле домов на тротуарную плитку, срезку деревьев, установку нормальных детских площадок, двух больших спортивных площадок и замену освещения полностью во дворах на светодиодное. Потому что даже не вопрос в светодиодном освещении, очень много дворов, в которых вообще просто нет освещения. И вся стоимость этих работ по полевой составляет, плюс ремонт дорог, которые находятся вокруг этих, вокруг полевой, вся стоимость этих работ по ценам этого года составляет порядка 17 миллионов гривен. Я не говорю о том, что мы не будем выделять деньги на ремонты других микрорайонов, но это будут точные где-то ремонты. Но мы хотим взять, вот, и также мы посчитали точно так же ремонт Крошни. Крошни обходится порядка в 13 миллионов, потому что там в прошлом году были сделаны там ряд улиц, и там чуть меньше обходится ремонт, порядка 13 миллионов. Если мы сейчас вот считаем бюджет развития, в марте будет сессия по бюджету развития, если мы сочтем возможным выделить эти деньги, вот хотя бы один микрорайон мы в любом случае сделаем, но в идеале мы хотели бы сделать и Полевую, и Крошню. В этом году сделать два микрорайона, показать пример комплексного подхода к ремонту придомовых территорий, междворовых проездов, освещению, срезке деревьев и так далее, для того, чтобы там в следующем году заложить следующие два микрорайона. Но я вам скажу, повторюсь, что, казалось бы, ремонт всей там Полевой 17 миллионов, ремонт Крошни там 13 миллионов гривен. А если возьмем там систему профтехобразования, которую нам передали, это из бюджета 75 миллионов. Сколько таких микрорайонов мы могли бы сделать за эти деньги? Кроме этого, льгота по транспорту – это 20 миллионов, которые не оплачиваются. Было принято решение, но пока субвенции нет. Разницу в тарифах, которые отменили, это по водоканалу порядка 25 миллионов в год. Вот, ну так, набегает около 100 миллионов гривен, которые необходимо будет потратить из городского бюджета на те программы, которые... У нас еще есть. Так, еще один телефонный звонок. Есть глядачка? Еще раз хочу сказать, о ОСББ у нас уже в доме была тренировка перед ОСББ. Старый маразматик завладел ключом от теплового счетчика и еще взял троих, как сам, такие же соседи. Ну, зрозуміла ваша ситуація. Все, дякую, дякую. Ми, на жаль, не можемо вислуховувати повністю всі історії про людей неадекватних. Тут треба, я так думаю, просто уважніше... Более ответственно отходиться к выбору главы СББ. Понятно, что людей, которые готовы быть главой СББ, не так много. Причем людей, которые знают, что такое бухгалтерская отчетность, грамотные в техническом плане, которые элементарно могут подобрать подрядчика, посчитать смету. Я понимаю, что таких людей мало. Поэтому мы в прошлом году провели обучение управляющих. 25 человек получили сертификаты за счет городской программы во Львове, прошли обучение, получили сертификаты. И сейчас мы будем уже организовывать, проводить конкурсы по управлению жилым фондом. И у вас будет возможность взять профессионального управителя на свой дом. Сьогодні дуже така висока активність глядачів. Це радує нас з одного боку, з іншого. Ну добре, ми послухаємо ще нашого телеглядача. До вас запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, у мене таке запитання. Може, воно не по темі, але я чула. По Союз ТВ казали, що з 17-го року мають бути налоги за нерухомість.
Скажіть, будь ласка, куди ці гроші будуть йти? І назвіть, будь ласка, за одну кімнату 1200, за дву кімнату 200, а за три кімнату 2600. Чого така несправедливість між цими сумами і квартирами? Дякую. Зрозуміло запитання, прошу. Действительно, налог на недвижимость вводится с 1 января 2016 года. И вот те цифры, о которых вы говорите, они действительно предлагались. И когда государство говорит, что мы там проводим децентрализацию, с другой стороны, мы вам даем возможность по наполнению городского бюджета за счет введения, в том числе и налога на недвижимость, я прекрасно понимаю, что пенсионерка, которая живет в трехкомнатной квартире, должна будет заплатить 2400 гривен в год. Это фактически две ее пенсии, но это не поступление в городской бюджет. Поэтому в прошлом году мы приняли решение по налогу на недвижимость. Мы установили льготу, по-моему, 70 квадратных метров до 70 квадратных. Я сейчас могу вот ошибаться там на несколько метров, 60 или 70 квадратных метров. Мы установили льготу. Ниже этой площади налог не взимается, а свыше там буквально идет там 10 или 15 гривен в год. Это мы сделали для того, чтобы все-таки составить реестр плательщиков налога на недвижимость. Но эта сумма была бы чисто символическая, для того, чтобы действительно эта сумма была бы необременительна для жителей города Житомира. С другой стороны, нам необходимо составить реестр. Если ситуация там экономическая, у людей будут достойные пенсии, заработные платы, тогда мы просто можем немножко добавить для того, чтобы увеличить поступление в городской бюджет. Еще бы, как завершить тему в ЖЕПе ОСББ, мы не сказали, если не визначиться и ОСББ не створит, ЖЕПів не будет, будет керуюча компания. Вы сказали, что цього року зайдут новые керуючі компании. Або в ЖЕПи перетворяться в керуючі компанії. От як цей процес? Мабуть, більше буде так керуючих компаній, ніж ОСББ. Ну, до 1 липня людина не визначилась, і тоді керуюча компанія автоматично призначається. Правильно да. Я розумію? Автоматически назначается через после проведения конкурса, автоматически назначается управляющая компания в тех домах, которые не создадут ОСББ, не определятся сами с управителями, это раз. И второе, хочу сказать, что ну, в этом мы приоритет в любом случае будем отдавать вот управлением. Это управленцам. Это форма, которая работает в Польше. Мы изучали опыт Польши и достаточно успешно применяется. Более того, хочу сказать, сейчас ЖЭКи коммунальные активно поднимают вопрос по поводу увеличения тарифов. Тарифов. Дорожает все, электроэнергия, все дорожает, повышается минимальная заработная плата, и они они находятся в такой ситуации, когда они просто не могут вот даже выплачивать заработную плату, платить налоги. Не говоря о том, что там деньги направлять на ремонт жилого фонда. Хотя те же ЖЭКи говорят, что если бы мы были на едином налоге, у нас не надо было бы поднимать тарифы. Здесь преимущество тех же управляющих компаний, которые находятся на едином налоге, мы можем просто, люди могут сэкономить на тарифах, если мы вводим предпринимателей физлиц в управление жилым фондом или уже управляющие компании. А где больше? Люди еще цікавляться, где будет больше сплата? Тобто зараз ОСББ чи керуюча компания за житлово-комунальні послуги? Ну, я маю на увазі, крім там электроэнергии, тепло. Ну, по Комэнерго оплата за коммунальные... Вообще, на самом деле, это, честно говоря... Что выгоднейше материально? Для людей материально выгоднее, когда ими управляет компания, которая находится на едином налоге, а не на общей системе налогообложения, как на которой Керуюча находится компания, коммунальный ЖЭК. Да. Или же управляет их домом там предприниматель с соответствующим сертификатом. Потому что у него гораздо ниже налогообложение. И это все закладывается в тариф. Люди платят в том числе и за налоги этих предприятий. Поэтому, конечно, приоритет здесь вот отдается именно тем компаниям, которые могут позволить себе работать на едином. Наши телеглядачі цікавляться, чому Теплокомуненерго, Житомиртеплокомуненерго у різні зимові місяці виставляє різні рахунки при тому, що температура у квартирі, що в січні, що в грудні, там в лютому була однаковою.
а платити доводиться за різними тарифами. А помните заявление Арсения Петровича Яценюка, которое гласит, ну, которое все, наверное, помнят и так далее, что пересчитывает тарифы согласно там температурному режиму. И да, действительно, когда у нас температурный режим был плюсовой, тогда у нас тариф уменьшался реально до там 12 гривен или 11 гривен за метр квадратный, а когда у нас было температура там минус 15 доходила и так далее, в этот момент тариф там считался по 18 гривен и так далее. То есть вот есть постанова Кабміну, согласно которой теплокоммунерго... Незважаючи на те, що температура в квартирі і коли було мінус 15, була там в квартирі плюс там 18 і зараз, наприклад. Ну, температура в квартире, даже если она там величина постоянная, ну, температура и количество теплоносителя, которое надо подать в дом для того, чтобы поддержать эту температуру, напрямую зависит от температуры снаружи дома. Потому что за счет теплопотерь дом больше отдает тепла. Для того, чтобы поддерживать даже эту температуру, необходимо подать больше теплоносителя. Соответственно, сжечь больше газа. Вы уже дещо сказали про проблему, яка є з галузю профтехосвіти, тобто, що доведеться велику суму сплачувати на утримання. Але ж погодьтеся, це є децентралізація? Ну, нас закликали, ось вам, будь ласка, децентралізація, утримуйте заклади освіти, чи я помиляюсь? Це не децентралізація, на самом деле, це... абсолютно непродуманная государственная политика, и здесь в первую очередь я вижу непрофессионализм Министерства образования, потому что децентрализация вот в части профтехобразования ведет прежде всего к уничтожению самой системы профтехобразования. Город не является заказчиком по этому закону, город никаким образом не формирует заказ на обучение в профтехучилищах. Город Почему? Не может определить, сколько нам каких специалистов надо. Формирует заказ Министерство образования. У нас в городе до 40%, 40% детей, только это дети из города Житомира. В то же время там 60% это дети с районов. Фактически мы за счет городского бюджета оплачиваем обучение детей с районов. Какая же это децентрализация? Где участие тех районов, которые проходят обучение у нас в профтехучилище? Это второй момент. Третий момент. Мы никоим образом не можем влиять на изменения структуры, количества и так далее. То есть там доведено цифра не более 10% в год. И как только у нас вдруг, если появятся полномочия по изменению структуры, оптимизации и так далее, что сделает нормальный хозяин в городе? Прежде всего, мы соберем наши предприятия, которые работают в городе Житомире, предприятия, коммунальные, производственные компании и так далее. Составим список специальностей, кого нам необходимо подготовить, и сформируем свой заказ. И тогда... будет понятно, почему город оплачивает обучение этих детей. Тогда это все понятно. А когда тендер и госзаказ формирует Министерство образования, даже в разрезе области, то сейчас получается, мы учим трактористов, которые потом работают в каком-то районе, Овруческом или каком-то. Чем взагалі за межами? Да, за счет чего, ну вот почему мы должны оплачивать обучение. Я уже не говорю о том, что в данном случае есть Конституция Украины. Дети в профтехучилищах получают среднее образование. По Конституции Украины обязательство государства оплачивать среднее образование за счет государственного бюджета. Здесь в данном случае Конституцию мы отодвинули в сторону. Местный бюджет оплачивает получение среднего образования детьми, которые учатся в профтехучилищах. Тут, нашим землякам, які в уряді працюють, народним депутатам від Житомира. Ми неоднократно приймали обращення городського совету, сесії городського совету. Я підписував множество писем і їздив і в кабінет міністрів і так далі. Сьогодні у нас на сесії виступав Юрій Олексійович Павленко, народний депутат України, і він чітко заострив внимание именно на этой проблеме, которая существует, и сказал, что и
депутаты Верховной Рады будут настаивать и возвращаться к этому вопросу с целью, чтобы все-таки профтехобразование должно быть профинансировано за счет денег, за счет денег государственного бюджета. Причем он сегодня приводил цифры, которые, по его мнению, есть в государственном бюджете, это около 100 миллиардов гривен, которые не посчитаны в доходной части бюджета. Поэтому ресурс есть, и вот здесь работа, прежде всего, работа не только города Житомира должна быть, здесь работа должна быть всех городов Украины, мэров в первую очередь, достучаться до своих депутатов. Постоянно ассоциация городов Украины постоянно поднимает этот вопрос и на кабинете министров, и в Верховной Раде. Есть уже первое положительное, все-таки там 22 миллиона выделили из там 90 необходимых. Вот. Но, тем не менее, задача работать для того, чтобы государство не сбрасывало на местное самоуправление свои обязательства. 22-89-66, номер телефона, зараз він з'явиться на ваших екранах. Телефонуйте, задавайте запитання Сергію Сухомлину. Тим часом йдемо далі. Ситуація на водоканалі. Був конфлікт, ну, мені підказують, що є дзвінок, я зупинюсь і давайте послухаємо, щоб глядач не... Довго не забирати час. Слухаємо. Здравствуйте. Добрий вечір. Алло. Слухаємо вас. Здравствуйте. Добрий вечір. Это вас беспокоит Сикорского 4. Вот. Я хотела бы спросить насчет этих ОСББ. У нас здесь старые все дома по 48 лет, пятиэтажки. Это бывшие кечевские дома. Мне кажется, если в ОСББ передавать или еще куда-то управляющей компании, эти дома должны пойти капитальный ремонт, который вообще не проходили. Вот я сижу сейчас, у меня крыша течет, коридор в подъезде течет. Зрозуміло, дякую. Дякую. Спасибі вам за ваш дзвінок. Ремонт. По закону, который в прошлом году приняла Верховная Рада, передача на баланс происходит автоматически. Даже не предусмотрена вот норма проведения капитального ремонта, вообще не предусмотрена по этому закону. То есть эта норма уже снята, отменена. Но я еще раз повторюсь, что в бюджете развития на 2016 год мы закладываем деньги. В тех домах, которые будут созданы ОСББ, автоматически выделяются деньги на проведение ремонтных работ. Будь то на крыше или на коммуникациях. Ситуація на водоканалі, у водоканалі була така, досить така, будемо говорити, неоднозначна, тому що ми знаємо, що був конфлікт між керівником підприємства і керівником підрозділу, яка звинувачувала керівника про те, що використовуються реагенти, які, ну, не сертифіковані або шкодять нашому здоров'ю. От, як розв'язалася ця ситуація? Я знаю, що ви долучилися, тому що це, ну, якщо це так, то це ЧП, ну, я так розумію, правильно? Абсолютно. І в тот же день была реакция с моей стороны, была создана моим распоряжением рабочая группа, которая должна была полностью выяснить все обстоятельства этого заявления. И рабочая группа отобрала пробы этих реагентов, направила в две независимые лаборатории в Киев и в санэпидемстанцию в городе Житомире. На данный момент есть заключение лаборатории, которые говорят о том, что реагент отвечает всем стандартам, нормам Украины, все. На самом деле, я вам скажу, что это заявление больше связано, ну, несколько другим. Буквально за неделю или за две до этого руководитель предприятия уволил эту сотрудницу, там после второго выговора уволил эту сотрудницу. И это заявление уже было после увольнения, ну, я не знаю, это было, с одной стороны, наверное, все-таки месть за увольнение, а с другой стороны, самое интересное, что этот человек сам подписывал регламенты, сам подписывал все документы по этому реагенту. Она сама подписывала, ну, принимала, когда его подписывала, все реагенты, все изменения к регламенту по применению этого реагента. Мы разобрались в этой ситуации. На самом деле до 2015 года была одна компания в Украине, которая, в принципе, из Днепропетровска, которая продавала там 99% реагентов на все водоканалы, Украины. С 2015 года на рынок вышел новый реагент, тоже днепропетровская компания, и эта компания начала предлагать реагенты по более дешевой цене.
Вступила вот банальная конкуренция, и порядка 15 водоканалов на данный момент работают на этом реагенте. Есть все заключения, то есть этот реагент безопасный и так далее. И здесь турбуватися немає чого. Абсолютно нечем. У нас є все заключення независимих лабораторій. Здесь волноваться на самом деле не о чем. Банальна конкуренція і попытка очернить одного поставщика перед другим. Телефонний дзвінок. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Алло. Слухаємо вас. Здравствуйте. Добрий вечір. Я до Сергія Івановича хочу завдати запитання. Давайте. Прошу. Добрий вечір. Ми не дочекалися зупинки, обіцяної вами у предвиборчій кампанії, на зупинці промавтоматика, як їхати район вокзала. На протязі десь цього місця зупинки будуть встановлені. Зупинка буде встановлена на промавтоматиці і зупинка буде встановлена на вулиці вже Параджанова, це вулиця Баранова, який я обіцяв. Ну от ми так, зупинки вже є. Ми так непомітно підійшли до такої теми зміни назв вулиць. Була Баранова, стала Параджанова. Думаю, ви читали наші житомирські сайти, ви їх постійно читаєте, наскільки я знаю. І там були різні думки, заради справедливості скажу, були які підтримують, були які не підтримують. І були думки, які висловлюють з одного боку, начебто все правильно зробила депутатська комісія, яка була створена, і депутати, проголосувавши за це. Але там йдеться про те, що чому, пишуть люди, знімуть дошки, пам'ятники тим, хто боровся з гітлерівцями, чи визволяв наше місто від нацистів. Черняховський, Баранов, Шелушков та інші. Навіть мова тут от у цьому дзвінку не йшла про там Бандеру чи там Шухевича чи інші, а саме ці люди, які визволяли місто Житомир. От ваші аргументи, верніше не ваші, а тих, хто ініціював це і підтримали, зрештою, і ви підтримали. Вы знаете, вопрос переименования улиц, я понимал, что 80% людей, возможно, там житомирян, негативно воспримут вопрос переименования улиц. Согласно закону о декоммунизации, у депутатов городского совета было полгода на то, чтобы провести переименование улиц. Действительно, работали и топонимичные комиссии, работали и депутатские комиссии, они нарабатывали проекты решений, и не все эти, я не четко скопировал в своем распоряжении эти все решения, позже объясню почему. Но депутаты не набрались на себя ответственность, не взяли на себя ответственность по переименованию улиц. Согласно закону, право переименования через полгода переходило к мяскому голове. Дальше я мог занять позицию, что ничего не происходит, сослаться на мнение людей, сослаться на какие-то другие и не принять в течение 3 месяцев это решение. После этого право на переименование улиц переходило бы главе областной администрации. Но, честно говоря, эта позиция, засунуть голову в песок, позиция страуса. Просто сбросить себя ответственность, не взять ответственность. Ні, ніхто не дорікає вам, що ви взяли відповідальність. У меня, благодаря этому праву, у меня было, по крайней мере, несколько улиц, которым я прислушался именно по обращению людей. В частности, улица Щерса была переименована на улицу Покровскую. И хотя комиссия рекомендовала абсолютно другое название, а по улице Покровской люди принесли 2700 подписей, собрали за это переименование. Тут нема заперечень. І багато других людей. Улиця Павла Яна II – це чоловік, я не говорю, що це чоловік, там, він поляк, або це личність мирового масштабу. Тут зрозуміло теж. Вот эта возможность, которая мне была предоставлена, с другой стороны, были те названия улиц, там, переулок там, Щенявского, который рекомендовала топонимическая комиссия. Угу. И люди, я понимаю, что где-то это историческое название, где-то, но люди не хотят жить на улице, там, на Щенявского.
Вот мы нашли просто компромиссное решение, там политехнический переулок. Это решение устроило абсолютно давно. И вот таких несколько примеров, благодаря вот этому праву я и воспользовался. По поводу табличек, по поводу тоже Черняховского и так далее. Шелушкова. Поверьте, речи, Ветрука, як там буде. Вот, по каждой этой фамилии, потому что в законе сказано, не только по поводу переименования улиц, а по поводу и табличек, и знаков, весь комплекс. Стел, весь комплекс. Там в законе четко прописано. И юрдепартамент, прежде чем подписать свое распоряжение, юрдепартамент по каждой фамилии, по каждому делу мне свет. Если, допустим, возьмем Черняхович. Черняховский, да. Там, действительно, человек, который там условно участвовал в освобождении. Его армия, его там... Армия, да, но мы понимаем, что такое командующий армией, где он там на самолете или это. То есть, и вот его армия условно там освобождает... там или там Лисидзе, да, по-моему, Лисилидзе, да, Лисилидзе тоже вот армия, которого на самом деле у него там был в штабе Брежнев и так далее, вот, и благодаря этому там человек был возвеличен, в том числе и на улице города Житомира. Хотя Черняховский, он участвовал в расстреле сопротивления в Литве, и, ну, то есть, поверьте, по неоднозначно. Каждому... Неоднозначно. По каждому из этих... А Шелушков чем завинив? Я вот сейчас вот не по памяти сказать? Просто не могу сказать, вот, но по каждому вот была именно справка и это... Было связано, в законе прописано не только вот, депутаты Верховного Совета там, РСРСР или там, Советского РСРСР и так далее, они тоже попадают под... То есть, если он был генерал, который, но в то же время он был депутатом Верховного Совета, он тоже автоматически попадает под действие закона. Там очень много таких. Понимаете, было много и решений там, топонимических комиссий депутатских по переименованию 1 мая. Или там по переименованию Маяковского, да, вот, потому что Маяковский трибун, там пролетарский трибун, и на основании этого все. Ну, это уже, наверное, где-то вот поза там здравым смыслом и так далее, потому что... Тоді ну, треба да, і Пушкіна, пам'ятник Пушкіну, да, і до Пушкіна дойдем і так далее. Поэтому вот благодаря тому, что у меня было такое право, я не переименовал. Но повторюсь, еще раз повторюсь, что... У депутатов городского совета есть исключительное право по переименованию улиц. В любой момент та улица, которая людям не нравится, которая вот-вот не устраивает в моем распоряжении, они могут обратиться к депутатам городского совета, они могут вынести вопрос на сессию и в любой момент без закона о декоммунизации проголосовать и присвоить то название улицы, которое они считают нужным. У нас есть телефонные звонки? Наразі немає, так? Есть, так? Слухаємо вас, слухаємо. Багато людей проти перейменували вулиць на честь таких одіозних націоналістичних фігур, які не мають відношення до міста Житомира, таких як Бандера, Шухевич, Коновалець, Пельдьора та інше. Друге питання, коли буде нарешті налагоджена робота громадського транспорту по вулиці Ватутіна? Ми до вас зверталися з приводу 10-го маршруту, так він не ходить у вихідні дні і в день, коли буде відновлена нормальна робота там транспорту, бо багато часу ждемо. 26-та маршрутка переповнена ходить. Дякую. По Ватутіна действительно это сложный вопрос. Ну, дайте еще буквально месяц, и мы сейчас рассматриваем введение вечерних маршрутов и ночных дежурных и так далее. Вот еще немножко надо времени на то, чтобы этот доработать комплекс этих мероприятий под ТТУ. Ситуация там непростая, и нам еще необходима просьба немножко потерпеть. По поводу переименования, то, что вы подняли, я говорю, что это ваше право обратиться к депутатам, к своим депутатам, и они могут рассмотреть этот вопрос на сессии городского совета. Еще один звонок. Добрый вечер. Добрый вечер, Сергей Иванович. Слухай. Виталий Павлович, Мариан, постійний ваш глядач. Сергей Иванович. Індивідуальне опалення не оплачує місця загального користування. При нинішніх цінах трати по теплу і різниця по оплаті становить порядка десь 100 гривень на квартиру, в залежності від площі і більше. Коли нарешті буде врегульовано оплата загального користування на всіх? Чому центральне опалення оплачує все, а дехто користується на халяву? Віталій Павлович, наш глядач, скільки я пам'ятаю цю передачу, він це питання задає от щоразу, одне і те ж саме запитання.
Это абсолютно... Дайте відповідь людині. Ні, це абсолютно вот тот вопрос, который действительно... Человек, который... установил индивидуальное отопление, и человек, ну, судя по тому, что он установил индивидуальное отопление, заплатил деньги за проект, за оборудование и так далее, ну, человек уже, там, скажем, в социальном плане защищенный, имеет определенный доход, и он не платит за места общего пользования. А вот те люди, которые имеют центральное отопление, не имеют такую возможность, они действительно оплачивают. Для этого нам необходимо, первое, установить тепловые счетчики во всех многоэтажных домах города Житомира. И на этот год у нас по программе швейцарского бюро, по проекту швейцарского бюро, мы должны установить 250 индивидуальных тепловых пунктов по городу Житомиру. Это вместе с счетчиками и по кредиту Европейского банка реконструкции и развития. Тоже порядка 256, по-моему, индивидуальных пунктов. То есть 500 домов мы должны оборудовать счетчиками и индивидуальными тепловыми пунктами. И одновременно будет произведен перерасчет. Это работа Теплокоммунэрго. Мы уже поставили задачу перед Теплокоммунэрго, чтобы все-таки провести новые расчеты и пересчитать тарифы, разбросать вот эти места на общего пользования простым языком на те квартиры, которые имеют индивидуальное отопление. Наступне запитання – ремонт тротуарів, прибудинкових територій, освітлення у дворах, де мешкають житомиряни. Що можливо зробити у цьому році, який тільки розпочався, будемо так говорити, 2 місяці пройшло? Ну, опять же, мы закладываем бюджет, я говорил ранее, район 2 микрорайонов, посмотрим, как оно пройдет, как депутаты поддержат в этих проектах. И я уже говорил, мы рассчитываем провести замену тротуаров во дворах. Тільки тих районах? Только в этих районах, потому что мы говорим о комплексном подходе. Ну, сейчас поменять все тротуары во всем городе физически и в бюджете мы просто не найдем столько денег. Угу. Также мы закладываем деньги в бюджете, как предложение, опять же, для депутатского корпуса по замене тротуаров в центральной части города. Это от площади Соборной, начиная до Небесной Сотни, и вот лучами там до... бульвара, полностью центр города привести в порядок, включая улицу Михайловскую, провести реконструкцию, поменять тротуары в центральной части города. И дальше уже каждый год предусмотреть в бюджете деньги и идти дальше. Звонок телефонный. Добрый вечер. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня такое питание. Там говорили за користание там общим теплом. А вот как будет с теми лічильниками? Я инвалид первой группы. Лічильники у меня все стоят. А у людей есть не стоять, а приписаний тільки один пільговик, а по 5, по 7 квартирантів. І виходить, пільговик не платить, а я свої пенсії на лікарство плачу. Що з цим робити? Або всім, або нікому лічильники. Ну, ми це говоримо про счетчики по теплу. Ну, наверное, то есть если вы говорите про счетчики, но индивидуальные счетчики стоят или на газ счетчик у вас стоит, или на воду счетчик стоит, поэтому счетчик показывает то количество воды, которое реально вы используете. Если мы говорим про счетчики на тепло, отапливается площадь, да, он отапливается определенная площадь, и от этого не зависит количество людей, которые живут в квартире, а отапливается квартира. Поэтому, ну, несколько разных вещах, наверное, все-таки говорим. Мы бачим такие позитивні зміни в нашому місті. Ну, не знаю, для кого вони позитивні, для звичайних людей позитивні. Коли знімають ці бікборди, які не встановлені незаконно. Ми бачимо, коли мафи знімають, які теж встановлені незаконно. От ця робота, вона буде продовжуватися. І, можливо, є люди, які хочуть, щоб ці споруди стояли, так звані генделики чи кафе вуличні і так далі. Як тут бути, щоб підприємець, ну, не зрозумів, що ігнорують його, не хочуть? Честно говоря, этому вопросу, вот только одному вопросу было обращение сегодня на сессии городского совета, на первом пленарном заседании предпринимателя Кучера. Это собственник уже снесенного шатра «Черниговское пиво» в парке Гагарина. Биля стадиона, да? Да, возле стадиона, да. И вот сегодня депутаты полчаса посвятили обсуждению этого вопроса. Я понимаю, что там определенный популизм, рассказы о том, что малый бизнес наполняет бюджет города Житомира и так далее.
Действительно, малый бизнес наполняет бюджет города Житомира. Но есть очень много предпринимателей, которые арендуют или помещения на первых этажах, или в законный способ устанавливают малые архитектурные формы, платят налоги, и к ним никаких нет претензий. С другой стороны, есть шатер в парке, установлен без абсолютно каких-либо разрешений. Есть решение исполкома еще прошлого года о демонтаже. Ну, не было там духу просто у кого-то для того, чтобы провести этот демонтаж и навести порядок. Тем более люди, которые гуляют в парке, особенно там мамы с детьми, да, и там пенсионеры, они видят, что просто в центре города, в парке, в зоне отдыха, там жарятся шашлыки, продается водка, самогон, там пиво и так далее, и власть никак на это не реагирует. Стоит предприниматель 10 лет, не платит за землю, потому что без вообще каких-либо разрешений, при этом говорит о том, что он все 10 лет хотел сделать там детское кафе. Но вот 10 лет, вот как в анекдоте, а в итоге получается КПСС. Вот человек 10 лет хотел детское кафе, но все-таки торгует шашлыками, водкой и пивом. И дети ходят, смотрят на все это. Я вам скажу, когда проводили демонтаж этого сооружения, там реально выбегали оттуда крысы. То есть, и у людей задают вопрос, каким образом власть вообще, отвечает за вот действия таких псевдопредпринимателей. Когда человек говорит о том, что вот это единственный источник дохода, у человека тоже такое же аналогичное кафе стоит на въезде в Тетеревке возле гидропарка, как оказалось, и так далее. Абсолютно единственное. Просто вот кто громче кричит, у того больше прав получается. Поэтому наводить порядок будем. Сейчас работает комиссия, работает рабочая группа из представителей, в том числе служб, общественных организаций. Я благодарен здесь как раз активистам, которые помогают в этом городу. Вот на прошлой неделе мы проводили заседание этой рабочей группы, они отработали уже порядка 200 МАФов, и по каждой архитектурной форме идет четкая вот таблица и характеристика с фотографиями, с площадью, со всеми, там есть разрешительные документы, нет, установлена урна или нет. Я не говорю уже там про там, куда ходят продавцы в туалет и все остальное, и посетители. Вот, полностью детальная характеристика по этим малым архитектурным формам. В течение 2-3 недель они закончат свою работу. После этого мы делаем карту, и в электронном виде эта карта будет доступна всем житомирянам, чтобы они могли вот щелкнуть, посмотреть, кому принадлежит этот МАФ, законный он, незаконный, чтобы не было ни у кого вопросов, когда этот МАФ демонтируют, чтобы люди не играли, не манипулировали общественным мнением, говорили о защите предпринимателей. В то же время, на самом деле, я вам скажу, что как ситуация, когда реально с этим сталкиваешься, оказывается, что те люди, которые были там вхожи во власть или имели какие-то выходы и так далее, у них, как правило, 10-15 этих малых архитектурных форм, которые они установили, и потом они все сдают в субаренду тем людям, которые там торгуют в этих МАФах. Они просто получают эту прибыль. Про парк. В чому сутність проекту щодо Арівський парк? Чи відбудеться там ще будівництво одного будинку, який ми знаємо є на розі вулиці Фещенка-Чопівського, чи буде ще наступний? І взагалі, яким ви бачите парк Шодуарівський, як тепер він буде носити назву, чи носить вже назву? Парк Гагарина еще не называется Шадуаровским. Этот вопрос, который там зарегистрирована петиция, этот вопрос, я думаю, что будет выноситься, я просто уверен, что будет выноситься на сессию городского совета по переименованию парка Гагарина в Шадуаровский парк. Я вам скажу, что там вот найдены помещения, в том числе там подземные помещения. Барона де Шадуара. Да, барона Шадуара, да, то есть там очень интересно. И у парка огромный потенциал. В этом году мы будем закладывать деньги на проект по парку, по реконструкции парка. И вот здесь надо очень бережно. Каким он будет, я не могу сказать. Я против того, чтобы там мисские голова или там кто-то другой говорил, какой цвет покрасить здание, или здесь клумбу, или здесь лавочку поставить, или это. И всем должны заниматься специалисты. Должен быть проведен профессиональный конкурс, проект должен быть выполнен профессионально. Как в свое время проект Житомирского парка, парка Гагарина, получил, по-моему, государственную премию и так далее. Потому что действительно сделали в свое время
красивый парк. В 70-х роках. Да, в 70-х годах получил, по-моему, государственную премию, потому что действительно, ну, этот проект делали профессионалы. Поэтому вот я против того, чтобы вот кто-то своим решением принимал решение, где что воткнуть и так далее. Всем должны заниматься профессионалы. Ви заявили, що в Житомирі буде нарешті створена футбольна команда. От, знаю, що ви є вболівальник. До речі, ваш прогноз на сьогоднішній матч «Динамо Київ-Манчестер-Сіті» і потім про футбольну команду. Чи навпаки, давайте. «Манчестер-Сіті» не проста команда, але ввиду того, що ми граємо вдома і... Я думаю, что у «Динамо» есть определенный сейчас вот, ну, на подъеме в связи с выходом. Я думаю, что вот мой прогноз 1-1. Ну, це теж непогано. Головне не програти. І тепер щодо створення футбольної команди. По созданию футбольной команды. Я еще в прошлом году заявлял о том, что финансирование спорта надо увеличить в несколько раз. То есть там 5-7 раз и так далее. Но я приводил уже пример, когда мы на спорт выделяли, на сборы, на организацию проведения соревнований выделяли в год из бюджета 500 тысяч гривен. Для примера, на содержание кладбищ мы выделяли там 7 миллионов гривен в год. И здесь вопрос приоритетов. Куда мы, чему мы отдаем приоритет? Здоровому образу жизни наших детей? Или же вот просто мы уже вот смирились с этим, что мы здесь ничего не можем сделать, и вот как наглядный пример, 7 миллионов на кладбище. Ну, я не говорю, что на кладбище надо выделять деньги и так далее, но надо расставлять приоритет. И если нам в прошлом году дали возможность пополнить городской бюджет за счет акциза на алкоголь и на табак, в первую очередь эти деньги должны пойти на здоровье нации и на здоровье житомирян. Поэтому в этом году мы будем достаточно большие, ну, по сравнению с прошлыми периодами, выделять деньги именно на спорт и на спортивное воспитание наших детей. Футбольная команда – это один из моментов, по которым мы хотим заложить финансирование на этот год. Я не верю в том, что эта футбольная команда станет там сразу лидером, там войдет в первую лигу или там высшую лигу и так далее. Нам нужна просто сейчас команда, которая может заявить о себе достойно пока во второй лиге. Нам необходим пример для детей. Потому что, ну вот, когда ребенок приходит с родителями на стадион, видит игру профессиональных футболистов, вечером или там на выходные она уже... подумать, сесть за компьютер или пойти с детьми поиграть в футбол во дворе. Для нас это очень важно. Поэтому это больше пример для житомирян и для детей. Футбол – это массовый вид спорта. Футбол объединяет людей, и у людей, вот, у житомирян должна появиться, ну, вот, что-то, чем они там будут гордиться в Житомире, за что они будут болеть. У нас есть 95-я бригада, это там уже символ, бренд города. Если у нас еще появится футбольная команда, я буду просто этим гордиться. Я знаю планы главы обладминистрации. В прошлом году уже была проведена реконструкция части трибун на стадионе Полесье. В этом году за счет фонда регионального развития планируется поменять газон, поменять дорожки беговые и разобрать аварийные трибуны, привести стадион в порядок и пройти сертификацию этого стадиона. Надеюсь, что до сентября месяца эти работы будут завершены, и мы сможем вот с житомирской командой там, во второй лиге уже вот играть на этом стадионе с осени уже этого года. Поэтому это больше вот там пример для детей и вот там 2-2,5 миллиона, которые нам надо потратить из городского бюджета на эту команду, профессиональную команду в год. Тем более, что областная администрация готова подключиться к финансированию, софинансированию этой команды. Это не те деньги, которые вот... будуть забрані з чогось. Абсолютно. Це здоров'я дітей. Ну що ж, от з цією приємною інформацією пропоную завершити нашу зустріч. Сергій Сухомлин, житомирський міський голова, брав участь у програмі «Віч навіч». До наступної зустрічі, до побачення, нехай щастить. Дякую. Дякую.